На свет не поедет имущество. На свет имущество, когда они передают, 2 миллиона. 2 года 6 месяцев я обращалась к Наталье Дьяконовой. Значит, она меня выносила неоднократные незаконные постановления, ссылаясь на всякое, значит, нарушала, но не выдавала. И в результате вымогала 250 тысяч рублей за выдачу свидетельства о браке. А захват... Минуточку. Захват заложника почему? Захват заложника не был, уважаемый. Я спокойно подошла к ней и обратилась к Юрию Карпову. Ну как наследственное имущество? Как вы решили? И она надо мной посмеялась. О, ты еще надеешься получить наследственное имущество? Ты разве не поняла, что это Щикин уже получила? Понимаете? И, конечно, тут у меня сахарный диабет, первой группы инвалидности после операционного сердца. По всей вероятности, я это не выдержала. И вытащила пистолет. Местная жрица. Юля. Юля, охрана, нажми кнопку. Вызывайте, вот я кнопку, если нажму, у меня тратило 650 грамм. Вызывайте МЧС. Кнопку нажми. Вызываем МЧС, я говорю. Ну, конечно, так мы не выйдем. Быстро. Так вы знаешь, все поле я тебе выведу сейчас. Если ты жрапнешься лишний раз. А я-то все твои поле. И знаешь что? Вызываем МЧС, чтобы нет, выселить зачем, оттуда. Зачем меня? У меня 650 грамм тратилось здесь. Вы меня на это принудили. А нам можно позвонить по телефону? Вы я говорю, вызывайте МЧС, мы можем... чтобы здесь люди не страдали. Хорошо, давайте мы нажмем. У меня не пневматика, не надо. Идем на боевую. Сапер где? Сапер где? Сапер. Мы успокоились. Спокойно. Вы успокоились? Я успокоилась. Здравствуйте. 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 Сюда, пусть, ага. Сейчас. Я? У меня сейчас пистолет-то пневматический. Он даже не заряжен. Если у меня были бы какие-нибудь мысли повредить или захват заложника делать, я бы зарядила пистолет. И пневматическим пистолетом можно убить человека. Уважаемые ребята, я никакой уголовно-наказуемое преступление ни по статье 159 части 4, ни по статье 206 я не сделала. Хорошо, пистолет у вас дочь с собой всегда. Минуточку. Я ведь не более какая-нибудь на улице ходячая. Я 38 лет проработала юристом, адвокатом. Вы как будете? Не будете настаивать на судебной? Присяжка? Да, ребята, я настаивала, чтобы рассмотреть дело, сейчас и присяжка.